Здравствуйте, меня зовут Элина. Сегодня я приготовлю мясо в духовке в сухарном соусе. Нам понадобится мясо, у меня это свиная корейка, но можно взять и куриную грудку. Пшеничные панировочные сухари, сметана, ее жирность значения не имеет. И твердый или полутвердый сыр. И специи, здесь у меня черный молотый перец, орегано, куркума и соль. Набор специй может быть любым другим. И еще нам понадобится сливочное масло для смазывания формы. Я беру стеклянную огнеупорную форму и смазываю сливочным маслом. Мясо я с двух сторон обработаю тендерайзером, чтобы оно стало еще мягче. Соль и специи, кроме куркумы, я смешиваю и присыпаю ими мясо. Переворачиваю на другую сторону и опять присыпаю. И распределяю специи и соль по мясу равномерно. Сыр натираю на мелкой терке. Первым слоем в форму я насыпаю сухарики. Сухарики сыплю густо, чтобы они покрыли собой дно формы. На них укладываю мясо. И засыпаю остатками сухариков сверху. В сметану я добавляю куркуму, наливаю немножко воды. Все размешиваю. И получаю вот такой негустой соус. Этим соусом заливаю мясо. Соус должен покрыть мясо целиком, и теперь сверху посыпаем его тертым сыром. И отправляю запекаться в духовку на вторую полочку снизу. Режим выставляю вверх-вниз, температура 180 градусов. Мясо находилось в духовке 40 минут. Посмотрите, какой красивой зажаристой корочкой оно покрылось. Соус имеет желтый цвет, это все благодаря куркуме. Сейчас мясо немножко подостынет, и я его попробую. Сверху мясо можно посыпать мелко порезанной зеленью, я посыпаю укропчиком. И можно добавить специю сумак. Пора пробовать! Вот посмотрите, мясо полностью пропеклось. Мясо получилось вкусное, нежное, с ароматом специй. А теперь я попробую соус. Соус тоже получился хорошо. Он кисловато-сливочный на вкус. Если вам нравятся мои рецепты, то с вас лайк, подписка и колокольчик. А на моем канале вы найдете еще много разнообразных и вкусных блюд.